чувствую течет. Я чувствую, течет жизнь. Течет жизнь на этом месте. Она захватит наш город Вурсбург. Она захватит тот город, в котором ты находишься, за который ты молишься. И я чувствую ту силу, которая будет доминировать над тьмой. Сила Бога живого. Я верю, что именно в это время открываются мощные дары небесные, которые находятся в каждом из нас. Мы провозглашаем победу во всех сферах жизни. Во всех сферах жизни мы говорим исцеление, исцеление, исцеление всех сфер человека, жизни его, работы, финансов, тела, души, сердца. Во имя Иисуса Христа пусть исцеляются мечты, пусть исцеляются планы, пусть исцеляются твои глаза, кого ты видишь в своей жизни, пусть исцеляется твой слух во имя Иисуса. О, Господь, спасибо тебе за эту атмосферу, за то, что ты приготовил мощнейшее излияние твоей славы, за то, что ты ввел нас в прорыв, в новую жизнь. Я прошу тебя сегодня, что с этого дня пусть каждый слышит о прорыве, пусть каждый слышит, что есть новая жизнь со Христом, вечная жизнь. Пусть каждый слышит, что есть тот, кто исцеляет, кто благословляет, кто любит. Это Иисус Христос, Дух Святой, Небесный Отец. Аллилуйя! Я чувствую, что река начинает не просто течь, она бурлит. И вчера вот именно на этой молитве, на ежедневной молитве пробуждения, можно чуть-чуть потише. Мы здесь, когда были в молитве, то Бог показал мне источник исцеления в Ефеса. Кто-то помнит об этом местописании? Иоанна 5 глава, где собиралось много больных. И когда ангел сходил, и вода начинала бурлить в этом источнике, и тот, кто первый погружался в этот источник, он исцелялся. И там был парень, ему было 38 лет. И он получил исцеление. Сверхъестественное. Там был человек, который болел 38 лет. Иисус увидел, что он лежит. Это 5 глава Иоанна с 1 стиха. Что он лежит, и зная, что он так долго болеет, спросил у него: хочешь выздороветь? Хочешь выздороветь? Господин мой, ответил больной, у меня нет никого, кто опустил бы меня в водоем, когда в нем начинает бурлить вода. Пока я пойду, кто-то другой уже спускается раньше меня. Встань, возьми свою циновку и иди, говорит ему Иисус. И человек тут же выздоровел, взял циновку и пошел. А день тот был суббота. Я увидел, как в этом месте начинается движение. И потом, когда я присмотрелся, то я увидел источника, которые бурлили. Источник исцеления на этом месте, дорогие. Источник исцеления, которые открываются в городах, которые открываются в церкви Иисуса, куда будут приходить больные, и они будут исцеляться самим Иисусом. Возможно, есть люди, которые находятся в такой позиции, которые потеряли надежду, и человек уже не может помочь, как этому парню. Но сегодня подходит Иисус каждому из вас и спрашивает: ты хочешь быть здоровым?
ты хочешь быть здоровым. Ты хочешь, чтобы твои сферы были здоровы. Я верю, что в этом месте что-то особое открывается. Вода бурлит. Ангел исцеления здесь. Ангел прорыва пришел не просто прорвать, и чтобы нам было хорошо. Ангел прорыва пришел на эту землю для того, чтобы открыть места исцелений, побед, школ, где будут подниматься делатели. Но именно на этом месте, я говорю сейчас за город Вюрцбург, открывается источник, который будет исцелять. Это атмосфера исцеления. Это источник, который не носят люди. Это источник, который носит сама земля. Кто-то понимает? Это источник, который принадлежит определенному месту. И каждое место, где есть сегодня живая церковь, там будут открываться разные источники, разные колодцы. Но я утверждаю, что на этом месте будут происходить сверхъестественные исцеления и чудеса. Я заявляю в духовном мире во имя Иисуса Христа, что с этого источника люди будут черпать свое исцеление всех сфер своей жизни. Во имя Иисуса Христа я утверждаю победу, победу в каждой жизни и провозглашаю во имя Иисуса Христа исцеление. Исцеление во имя Иисуса. Исцеление. Исцеление во имя Иисуса Христа. О, Отец, мы благодарим Тебя за ангела, который сошел на это место, и вода бурлит жизни. Мы увидим здесь чудеса. Мы увидим, как люди будут приходить в атмосферу этого исцеления. Это заслуга не человека. Это сам Иисус открывает этот источник. Сам Иисус открывает этот источник. Бог посылает ангела, который приготовил воду, который приготовил исцеление, который приготовил атмосферу этого места. Аллилуйя! Свят, 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 Господь Саов. Аллилуйя! Мы провозглашаем победу. Мы провозглашаем исцеление. Отец Небесный, мы говорим спасибо Тебе за то, что вода бурлит в жизни. О, вся слава Тебе, любимый. Мы верим, что это место будет Твоей славой. Что в этом месте Ты будешь исцелять Твоих детей физически во имя Иисуса Христа. О, Господь, спасибо Тебе за то, что Ты так благ каждому из нас, за то, что Ты приготовил этот источник для тех людей, которых мы даже не знаем. Мы благодарим Тебя, любимый, за Твою щедрость, за Твою заботу. Спасибо Тебе. Вы знаете, дорогая семья, Божья семья, кто слышит нас по всему миру, эти источники, они будут открываться все чаще и чаще. И я верю, что служители, они почувствуют эту силу, силу бурления жизни. Не просто силу слова, ученичества какого-то, но Бог хочет также исцелять людей, слепых, хромых, больных. Радостная весть будет касаться людей. И мы верим, что сила исцеления здесь, на земле, она высвободится еще больше в наше время. Чувствуйте это бурление воды. Ангел сходит на это место. Фу-у-у.
сила исцеления сходит на это место. Получай передачу сейчас. Аллилуйя. Получай сейчас эту силу исцеления. Возможно, через твои руки еще никто не исцелялся. Возьми эту передачу, власть Иисуса Христа. Он хочет, чтобы на этой земле люди больше не страдали, находились в своем физическом теле, но они были здоровы во имя Иисуса Христа. Мы отодвигаем все диагнозы сейчас. Сила исцеления во имя Иисуса. Мы говорим, здесь дух свободы, здесь дух радости. Мы говорим исцеление на всех уровнях. Сознание, подсознание и бессознание. Прямо сейчас всех диагнозов, психических заболеваний, заболеваний сердца, духа рака, заболеваний костей. Во имя Иисуса Христа мы говорим полное исцеление. Во имя Иисуса мы говорим, что ни одна депрессия больше не будет держаться за людей. Во имя Иисуса. Прямо сейчас мы рушим все диагнозы этого мира. И мы говорим, истина, истина исцеляет все. О, мой Бог, пусть бурлит река жизни. Отец Небесный, захвати и прояви свою славу еще больше и больше. И еще больше и больше. И еще больше и больше. Аллилуйя. О, мой Бог. Вся слава Тебе. Вся слава Тебе. Аллилуйя. Вся слава Тебе, любимый. Да прославится Твое имя. Да прославится Твое имя еще больше и больше. Мы верим, что в это время мы будем слышать сверхъестественные исцеления, которые будут происходить ежедневно во имя Иисуса Христа, что слово и авторитет Иисуса, Он сламывает сегодня всю тьму, всю боль во имя Иисуса. Аллилуйя, Иисус, я благодарю Тебя, Господь Иисус, святый Ты наш, Ты свят, Господь, я благодарю Тебя, Господь, за молитву, Господь, я благодарю Тебя за новый сезон, что Ты вводишь нас в этот сезон, Господь, в молитвы, Господь, я благодарю, Отец, я благодарю, что Ты доверил, Господь, Твоей невесте, Господь, силу, Господь, исцеление, Господь. Достигутся сюда народы, Господь, для исцеления, Господь. Потому что здесь, Господь, движение Духа Твоего исцеления, Господь, Отец Небесный, да будет притягиваться сюда Дух исцеления, Господь, исцеление тела, Господь, исцеление Духа, души, Господь. Ты есть Бог-целитель, Ты не ослабел, Отец. Ты хочешь исцелять, Ты хочешь обновлять каждого, Господь, Твое творение, которое нуждается, Отец. Я благодарен Тебе, Бог, то, что Ты доверил, Господь, своей церкви, Господь, и это служение, Господь, служение исцеления, Господь. Я благодарю Тебя, Отец, что это пришло время, Господь, время пришло, Господь, подняться, Господь, знамением Твоим, чудесам Твоим, Господь, чтоб народ увидел, что Ты есть Бог, Ты не изменяешь, Ты не оставляющий свою невесту, Господь. Я благодарю, что Ты поднимаешь свою невесту, Иисус. Ты поднимаешь ее в чистоте, Господь, в силе Твоей, в силе Духа. В силе Духа, Господь, я благодарю Тебя, Господь. И мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы призываем имя Твое, мы прославляем имя Твое, потому что Ты достоин, Иисус. Ты, Иисус, достоин. Аллилуйя! Кровь Твоя, Иисус! Кровь Твоя очистила нас, омыла Твоя. Иисус, и мы благодарны Тебе, Господь, за это время, Господь. Я благодарю Ты, что Ты избрал нас. Ты избрал это место, Господь. Ты избрал это место, Господь. И мы призываем на это место святость Твою, чистоту Твою, Господь. Аллилуйя, Господь!
Отец Небесный, я прошу Тебя, будь движение Духа Своего, Твоего, Отец, все человеческое, Отец Небесный, да будет отсеиваться от нас, отсеиваться от нас. Ты есть Бог, который очищает. Аллилуйя! И мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за кровь Твою, Иисус, которая очищает нас. Очищает нас, поднимает Иисус. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Иисус! Я благодарен Тебе за источник жизни, Иисус. Иисус, я благодарен Тебе за источник жизни, Господь. Я благодарю за реки, которые текут в нас, Господь. Аллилуйя! Тебе слава, Иисус! Хвала Тебе, мой Бог! Хвала Тебе, мой Бог! Аллилуйя! Да будет прославлено имя Твое! Только Твое имя, Господь! Только Твое имя! Потому что Ты достоин! Ты достоин славы! Ты достоин поклонения, мой Бог! Я благодарю, Господь! Ты сказал, Ты начнешь, Господь! И Ты закончишь это служение на этой земле! Ты соберешь, Господь! Соберешь, Господь! Соберешь невесту свою, Господь! Поднимешь ее, Господь! И заберешь домой, Господь! В чистоте, Господь! В чистоте, Господь! О, Дух Святой, помоги нам! Помоги нам быть послушным Тебе, следовать за Иисусом Христом и исполнять Его волю. Его волю, Отец, да будет Твоя воля в каждом мне, Господь, в каждом мне, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за каждого брата и сестру, которые посвятили себя следовать за Тобой, которые посвятили себя исполнять волю Твою, Господь. Аллилуйя! Я славлю Тебя и благодарю, Господь. Вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя! О, пусть бурлит, бурлит, бурлит жизнь. О, мы говорим жизнь. Мы говорим победа. Аллилуйя. Мы говорим жизнь. Мы говорим источник исцеления. Жизнь.
Церковь, будь активна сейчас. О, пусть бурлит. Неужели? Неужели вы, вам нравится жить? Проблема в нищете. Утверждай, вырывай. Ты здесь. Это твой стаж. Ты здесь для этого. Не будь пассивным. Не будь пассивным. О, свобода, свобода, вставай, утверждай жизнь над своей, свобода, над своим домом, в своем городе, свобода, 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 свобода. Сейчас на твоих устах Бог привел тебя сюда, в это место, чтобы дальше ты стал частью источника. Становись источником сейчас. Начинай сейчас стягивать жизнь. Начинай провозглашать эту жизнь. Я выбираю жизнь, 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 жизнь. Я выбираю жизнь, 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 жизнь. Я выбираю жизнь, жизнь, жизнь. Я выбираю жизнь, я выбираю людей, которые стоят за тобой. Я знаю, что в этом месте находятся люди, которых Бог исцелял. Никого не обошел. Давайте провозгласим жизнь ради других жизней, ради других исцелений, дорогие. Давайте это высвободим сегодня в этом месте, чтобы люди черпали свои исцеления. Есть люди, которые прямо сейчас нуждаются в этом. Они хотят жить. И я прошу вас, всех, кто стоит в этом зале, начинает кричать жизнь. Начинаем, церковь, держится за эти дни, верой своей вперед. О, мой Бог, мы не знаем этих даже людей, для кого ты приготовил, но мы просим тебя, излей свои источники жизни, излей эти потоки жизни, излей эти исцеления, победы.
они текут, текут, оживляя нашу землю, потоки жизни. Со своих старых насиженных мест. Ты поднимаешь людей с их обочин. Мы верим, Иисус, что именно это время здесь сейчас, твое время здесь на земле, которое будет исцелять масса людей, масса людей. И в этих исцелениях люди даже не смогут свидетельствовать, потому что не будет, будет столько исцелений, будет столько исцелений, что даже невозможно об этом будет сказать. Люди не будут успевать делиться сверхъестественными чудесами, которые будут происходить в их жизни. Об этом говорит Библия, и вы будете делать более того. Мы верим, что в этих источниках будут люди захвачены, захвачены присутствием неба, которое исцеляет. В них сила исцеления, потоки жизни, потоки жизни, потоки жизни. Аллилуйя. В них сила воскрешения. Это массовое исцеление. По всей земле. Аллилуйя. Потоки жизни. Вся слава тебе. Потоки жизни. Вся потоки жизни. Исцеления для масс, для масс, для народов. В этом месте, в городе Вюрсбург, Отец поднимает этот источник. Аллилуйя. Каждое место, оно особое место. Я чувствую, как здесь бурлит. Бурлит. Да, везде происходит какие-то исцеления, но Бог готовит. Поколение.
Иисус ведет его за руку в этот источник. Река течет, оживляя все на нашей земле. Нужно утвердить. Это не,
этого не нужно бояться. Мы что-то себе надумали. Это Бог, семья. Это Бог. И Он делает, что хочет. Он выбирает те места, которые Ему нравятся, а не которым нравятся людям, и они сами их выбирают. Он выбирает это место сегодня. Я слышу этот голос. Я выбираю это место, потому что здесь есть люди, которым не все равно чужие жизни. Здесь есть сердца, у которых есть боль за другие судьбы. И ты не сможешь здесь просто купаться. Я верю, что каждый, кто будет исцелен, он уступит место для больного и поможет ему прийти в это место. Это остается, пока не придет Иисус Христос, эта атмосфера исцеления. Все это работают ежедневные молитвы прорыва. Ангел пришел не просто прорвать атмосферу, ангел прорыва пришел установить функции, функции церкви, власть Иисуса, открыть глаза, каждому понимание о Церкви Христа, утвердить веру, поднять делателей. Аллилуйя. И христианство ждет и вылавливает свое исцеление. Многие люди ждут годами свое исцеление. Дорогая семья, небесная семья, семья Бога Живого, Иисуса Христа и Духа Святого, пришло время моментально получать свое исцеление. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Но нужно знать эти места. Знаете, люди привыкли следовать за людьми, но Бог говорит, я открываю эти колодцы, я открываю эти места, где я буду формировать лидеров, где я буду исцелять, где я буду наполнять, где я буду учить. Это разные места по всему миру. Пусть больше не будет копий на какие-то служения. Пусть каждое место станет индивидуальным местом невесты Христа. Давайте закроем уши для этого мира. Закроем все уши. То, что нам говорит люди. Услышьте голос Бога сегодня. Он говорит, я посылаю ангела, который активирует здесь источник жизни. И он не будет раз в год сходить. Он будет здесь каждый день поднимать воду, и люди будут исцеляться. В это трудно поверить, но и мы утверждаем это. Мы утверждаем это. Иисус, я благодарю Тебя, Иисус. Ты призвал нас, Господь. Ты родил нас, Иисус. Ты родил нас, чтобы мы побеждали, Господь. Чтобы мы вели победоносную жизнь, Иисус, в Тебе. Ты родил нас, чтобы мы жили в победе. Чтобы мы двигались, Господь. Чтобы мы двигались в Твоей славе, Господь. И я благодарю Тебя за этот источник исцеления. Иисус, Ты сказал, даром получили, даром отдавайте. И мы отдаем, Иисус, отдаем, Господь. Силу исцеления будет течь через нас, Господь, через Твоих детей, которых Ты, Господь, родил, от Духа Твоего, Господь. Да будет оно Духом Твоим Святым, Господь, источник исцеления простираться по всему лицу земли. Иисус, Ты пришел, Господь. Иисус, Ты пришел исцелить свое творение, Господь. Ты пришел, Иисус, исцелить свое творение. Ты любишь, Иисус, Твое творение, Господь. И Ты жаливаешься каждый день, Господь. И мы высвобождаем силы исцеления
колени по всему лицу земли. По всему лицу земли отсюда, Господь. Мы жаждем, Отец, чтобы Твое творение, Господь, было исцелено, Господь. Ибо она, Господь, исцеленная будет славить Тебя. Она будет прославлять имя Твое, Господь. Имя Твое, Иисус, потому что Ты исцеляешь. Ты исцеляешь. Кровь Твоя, кровь Твоя. Ты заплатил цену исцеления за нас, Господь. И мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты призвал нас побеждать, Иисус. Побеждать, вести жизнь в победе. Аллилуйя, аллилуйя. Я славлю Тебя и благодарю Тебя. Я благодарен Тебе, Иисус, за это место, Господь. И будет оно наполняться, будет наполняться больше, Господь, от Духа Твоего, от Духа Твоего. Ты сказал, что Ты будешь изливать, что Ты будешь изливать каждый день новое, новое, Господь. И Ты не устаешь изливать, потому что Ты наш Бог могучий. Ты наш Бог, который освежает наш каждый день. Каждый день Ты освежаешь, Ты даруешь нам новое, Господь. И мы славим Тебя и благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, мы любим Тебя, Иисус. Мы любим Тебя, мы жаждем Тебя, мы жаждем Тебя. Отец, научи любить Твое творение, Господь, чтобы наше сердце было открыто, Господь, открыто для Твоего творения, Господь. Научи, дай нам понимание любить людей, Господь, потому что оно создано, Господь, сотворено, Господь, по Твоему, Господь, образу, Господь. Аллилуйя, Отец Небесный, Господь, даруй любить Твое творение, стоять в проломе, Господь, стоять в проломе, Господь, за нашу страну, Господь, стоять в проломе, Господь, чтобы она, Господь, была исцелена, чтобы она была исцелена, Господь, чтобы она стала, Господь, в любви к Тебе, Господь, на колени склонилась, Господь, и простерла руки к своим небесам к Тебе, Господь, аллилуйя, и воздала Тебе славу, славу, Господь, славу Тебе, Иисус, аллилуйя, аллилуйя, Иисус, вся слава Тебе. Вся слава Тебе, Иисус, хвала Тебе, мой Бог, любимый наш Иисус, мы любим Тебя, мы любим Твоя, Господь, аллилуйя, Ты возлюбил нас, Господь, и Твоей любви нету предела, Господь, Ты любишь нас, Господь, и мы благодарны Тебе, Господь, мы благодарны Тебе, Господь, аллилуйя. Аллилуйя, Иисус, я славлю Тебя. Аллилуйя, я славлю Тебя и благодарю, Иисус. Я благодарен Тебе, Господь, за все, что Ты приготовил для нас, Господь. Я благодарю Тебя за все, что Ты приготовил для нас, Господь. Отец Небесный, я благодарен Тебе, Господь. Аллилуйя, Господь, я благодарен за все, что Ты приготовил нам. Аллилуйя, Господь, я благодарю за силу, которую Ты даруешь нам, следовать за Тобой, Господь. Я благодарю Тебя за каждую победу, Господь. Да будет в каждой победе прославлено имя Твое, Иисус. Имя Твое, Господь. Имя Твое, Иисус, Господь. Каждое колено, Господь, оно склонится перед именем Твоим, Господь. Никто не может устоять перед Тобой, Господь. Никто, Господь. Аллилуйя. Ты достоин славы. Ты достоин поклонения, Господь. Соедини нас, Дух Святой, в поклонение. Поклонение, Господь. С ангелами, Господь. Да будет небеса открыты, Господь. Чтобы мы вошли это поклонение, Господь. Господь, через поклонение, Господь, да будет высвобождено Твое исцеление, Господь, Твое исцеление, Господь, высвобождай, Отец, высвобождай исцеление, Господь, изливай, Господь, изливай, мой любимый, изливай Ты, Господь, изливаешь Ты, Господь, аллилуйя, я славлю Тебя и благодарю, Господь, вся хвала Тебе, Иисус, вся хвала Тебе, Господь, аллилуйя, Ты достоин славы, Ты достоин славы, Господь. Мой Бог целитель, Господь. Мой Бог целитель, Господь. Аллилуйя. Ты мой Бог целитель. Ты исцелитель. Ты исцеляешь. Ты исцеляешь, Господь. Ты исцеляешь, Господь. Ты освобождаешь, Господь, пленный, Господь Иисус. Ты освобождаешь, Господь. Ты открываешь темницы, Иисус. Ты открываешь, Господь. Ты исцеляешь, Иисус. Аллилуйя. О, Иисус, я славлю Тебя и благодарю, Господь. Я благодарю Тебя, мой Царь. Ты есть Царь царей, Господь. О, Иисус, я славлю Тебя и благодарю, Иисус. Аллилуйя, вся слава Тебе, вся слава Тебе, Иисус, Ты достоин славы,
Ты достоин поклонения, мой Бог. Аллилуйя. Царства. Я вижу, этот этаж заполнен золотом сейчас. Золотом прямо сейчас. Не обычным золотом, вот цвет, цвет золота такой. Это новый этаж церкви Христа, который поднимается здесь, как на небе, так и на земле. Это новое открытое небо сегодня. Аллилуйя! Я вижу, как пробивается этот потолок. Да, он был белый. Да, он был красивым, но Бог пробивает и говорит, что есть еще этаж церкви, что церковь будет расти. И это не конец. О, поднимайся, церковь! Я вижу этот свет золота наполнен. Церковь еще этого не видела, не ожидала даже. Но Бог говорит, я поднимаю сегодня. Я открываю, я даю доступ к сокровищам неба. Все, что я даже вчера услышал на молитве прорыва здесь, на этом месте. Дух Святой говорит, я даю доступ каждому из вас войти в сокровищницы и взять, что принадлежит лично каждому из вас. Прося никого, ты имеешь доступ к своему хранилищу, сокровищнице. А попробуй войди и возьми. О, и ты увидишь, насколько это тебя увлечет, насколько ты станешь личностью, когда ты сам сможешь входить в эти сокровищницы и брать то, что принадлежит тебе. Твоему дому, твоей семье, твоему городу. Открытые сокровищницы по всему миру. Ты ждешь, что кто-то зайдет вместо тебя, но поверь, никто не зайдет, только ты сейчас можешь зайти, взять эту силу и власть, свободы, исцеление, благословение. Заходите в эти сокровищницы, люди. Они открыты. Они открыты. Но вход через Иисуса. Аллилуйя. Я вижу, как стоят такие, знаете, контроллеры, которые стоят в аэропортах, когда проверяют людей на принадлежность металлических предметов. И этот контроллер посвящения, это контроллер сердца. Имеет ли твое сердце еще мечту для этого мира? Увлечен ли ты своими планами и желаниями? Если да, то ты не сможешь войти. Если нет, если твое сердце чисто, если ты готов сегодня спасать людей, поднимать их со дна, пожалуйста, проходи. Вход свободный. Вход свободный. Вход свободный. Попробуйте пройти этот тест. Но, дорогие, каждый из нас это может сделать. Сказать Богу, да, я готов спасать людей, я готов. Я готов ради того, что мне дал Бог в мои руки, в мою жизнь, спасать больных, воскрешать мертвых. Я готов стоять и проповедовать до конца, пока не придет сам Иисус Христос. Я готов молиться, несмотря ни на что, что дуют ветры.
Я готов сегодня прощать людей, которые сегодня не ценят позиции. Я готов сегодня, Бог, идти за тобой. Я готов жертвовать. Я готов рисковать. Я готов подниматься на горы. Я готов зажигать жертвенники. Я готов. Дорогой Иисус Христос, мы здесь просим за этот город Вилсбург, который вспыхнет огнем славы Божьей. Я молюсь за каждый дом сейчас, за каждую семью. Я молюсь за огонь пробуждения сейчас, который будет распространяться все больше и больше. Все больше и больше. Аллилуйя. Я готов, Господь, нести, нести эту функцию дальше. Эту функцию дальше. Аллилуйя. Спасибо тебе, Небесный Отец. Спасибо тебе за все, что ты делаешь, за то, что ты переименовываешь церкви. Ты открываешь здесь различные источники. Я благодарен тебе за источник, который имел силу в Эфесе, и теперь это здесь, в городе Вюрцбурге, в церкви Г12 Лив. Аллилуйя! Я благодарю тебя за это место. Я благодарю тебя, любимый, за то, что ты открыл здесь ежедневные молитвы огня пробуждения, что уже практически 100 дней здесь не заканчивается молитва, здесь вечеря учеников с Иисусом. Спасибо тебе, мой Бог, за то, что это место имеет огромную силу. Спасибо тебе, мой Бог, за посвященных людей, за сердца людей, которые готовы, готовы поломаться ради того, чтобы спаслись другие люди. Готовы смириться. О, мой Бог, я благодарю тебя за этих воинов неба. И я молюсь сейчас за эти сердца, которые носят чужую боль. Я молюсь сейчас за эти сердца, которые готовы быть источниками жизни. Дорогие, будьте благословенны, чтобы в вашей жизни не было никакой нужды, и что сегодня вас подведет Иисус и поможет вам войти в этот источник полного исцеления. Во имя Иисуса полное исцеление! Полное исцеление! Неважно, 10 лет, 12, 38, 50, сколько был ты лет больной! Я говорю, полное исцеление во имя Иисуса. Следуйте за Иисусом, следуйте в чистоте, следуйте в свободе, в мире, в единстве. Оставьте всю ложь, оставьте все свои планы. Выберите Иисуса, это самый мощный путь. Перестаньте быть эгоистами, перестаньте вокруг себя мутить воду. Наоборот, бурлите живую реку, начинайте жить, и чтобы через вашу жизнь высвобождались жизни. Да прославится имя Бога живого еще больше и больше. Спасибо, Папа.
за решительных, сильных, храбрых Твоих детей, которые Ты приводишь в это место. О, мы верим. Я верю, я вижу эти потоки людей. Не человек будет исцелять, а именно атмосфера. Люди просто будут приходить, и они будут исцеляться. Без возложения рук. Они будут слышать радостную весть. Люди будут принимать Иисуса Христа в свою жизнь, в свое сердце. Они будут исповедовать имя Иисуса Христа. И тут же будут исцеляться моментально во имя Иисуса. Еще не были. А вот в этом месте мы еще не были. Мы стоим, кажется, на одном месте физическом, но Бог говорит, я не стою. Ты думаешь, ты находишься в этом мире, но есть мир Бога живого, есть Его просторы, есть Его источники. И источник в Эфесе здесь. Я реально видел эту картину сейчас и ощущаю, насколько мощно сейчас двигается. Аллилуйя. Я прошу вас каждого понять один момент своей жизни. Стань источником. Стань источником. Стань источником. Многие люди хотят вынести из церкви все. Здоровье, благословение и пойти и наслаждаться, приходить и выносить. Я верю, что здесь люди, которые поднимают эту воду, как ангелы исцеления, бурлят. Пусть здесь будет всегда вода бурлить. Кто-то слышит? Всегда будет пусть наполнена вот этой жизнью. Как чтобы она была наполнена? Приходи с жизнью. Приходи отдать свою жизнь еще больше. И Бог воздаст. Бог воздаст, дорогие. Воздаст, поверьте. Мы увидим массу людей. Я вам говорю, это новый уровень. Это где, знаете, не один там в раз в месяц и получил какое-то исцеление. Люди будут сюда приезжать на автобусах. Людей сюда будут заносить на носилках, на инвалидных колясках. И потом мы видели видение. Все инвалидные коляски были пустые. Это вчера Бог показал. Их была масса, но не было там больных. Фу. Они были пустые. Они больше не нужны людям. Я верю, что сюда Бог приведет. В эти выходные снова людей, которые нуждаются в исцелении. Это не будет особым служением, они просто будут здесь находиться. Будьте ответственны в своих молитвенных группах. Приходите, пусть Бог будет изливать, изливать, изливать. Начинается уже июнь, новый сезон, лето. Поверьте, скоро будет жатва. Я вчера посчитал 11 июня, все-таки 11 июня, 100 дней. Хорошая дата, 11, воскрешение. Аллилуйя. 100 дней ежедневной молитвы, 100 дней вечери с Иисусом в этом месте. Свое исцеление во всех сферах. Не стань тем человеком, который не будет мутить воды, а который будет наполнять, оживлять, который будет поднимать эти жизни, эти потоки жизни. Аллилуйя. Своим сердцем,
своей любовью к Иисусу, пониманием о том, для чего ты рожден на этой земле, нести жизнь, исцелять больных, проповедовать Евангелие, освобождать людей, которые зависимы. О, люди, приготовьтесь, приготовьтесь. Если ты не решил это делать, ты не сможешь дальше последовать за Христом и называться церковью. Приготовьтесь, приготовьтесь, приготовьтесь нести радостную весть, исцелять, благословлять. О-о-о!